Исполнитель недавно перенес операцию на ноге. После длительного молчания артист решил рассказать, как чувствует себя. Сообщается, что фанаты Николая Баскова переживают за его здоровье. Недавно исполнитель перенес операцию на ноге, после которой Николай еле ходил и хромал, пишет «Мир новостей». Выяснилось, что в сети Баскову начали ставить страшные диагнозы. Стоит отметить, что артист все это время молчал, но сейчас решил рассказать, как чувствует себя. Со слов Николая известно, что он зашел в интернет и был очень удивлен, что только обо мне не написали. И что у меня варикоз, и что более страшное заболевание, рассказано артистом. Уточняется, что в настоящее время Николай начинает возвращаться к обычной жизни. Артист все еще хромает, но ему уже намного лучше. Николай поделился, что не хотел ничего рассказывать специально, ждал, пока все заживет. Придерживался приметы. И в социальной сети ничего не писал про свою болезнь. Он отметил, что колено нужно разрабатывать. В данный момент стараюсь беречься. Опасно, не дай бог, снова упаду, добавлено Басковым. Во время операции певцу сшивали связки нижней конечности. После врач составил с Николаем разговор, он напомнил исполнителю про его возраст и попросил быть осторожнее, когда выполняет номера на сцене.